Желание сбылось, потому что я мечтала спеть дуэтом со звездой. И вот в своем юном возрасте уже как бы исполнила свое одно желание. Может днем, а может ночью ты меня не забывай. Ажиотаж вызвало мое выступление вместе с Валерием Леонтьевым. Во мне стали интересоваться, приглашать на телевизионные передачи, брать интервью. Ну, то есть уже появился интерес ко мне. Я учусь в медицинском университете на стоматолога. Я сначала боялась преподавателям рассказывать, что я участвую в каких-то проектах, что я буду пропускать их занятия. Но они оказались очень рады, даже пожелали мне удачи, победы. И все так спрашивают, как у тебя там в дне не 24 часа, а 36 часов. Но мне это нравится, главное, вот этот вот стиль жизни. И я считаю, что я очень счастливый человек, так как могу себе это позволить. Решение жюри повергло вас в шок. Болели за другую группу или певца? Заходите в официальную группу шоу «Главная сцена» в социальной сети ВКонтакте. Поддерживайте артистов, пишите комментарии, обменивайтесь мнениями. И, конечно, дружите и общайтесь. Присоединяйтесь к нам и давайте всегда будем ВКонтакте. Красавица Сангина приехала к нам из Астаны. Скажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения перед выходом на сцену? Сейчас очень смешанные ощущения, не могу их передать, описать их, но вообще присутствует волнение, конечно, в большей степени. Успехов тебе! Покажи все, на что ты способна. У Сангины смелые планы на будущее – открыть собственную клинику и защитить докторскую диссертацию. Но для нее притягательна и артистическая карьера. Выбор между медициной и пением неизбежен. Главная сцена дает Сангине шанс определиться с профессией. Что так сердце растревожено, словно ветром тронуло струну. И о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. И о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. Все преграды я могу пройти без робости. Поступлю с невзгодою любой. Ты укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания с тобой. Ты укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания с тобой. Растревожена, словно ветром тронула струну. Пусть о любви мне мало песен сложено, а я спою тебе, спою еще одну. Сангина Шарипова. Как оценит выступление Елена Ваенга? Я вам хочу сказать, какая же вы красивая. Я думаю, что сейчас ваш папенька около экрана, наверное, ну просто вот умылся слезой в гордости за свою дочь. А маменька не умылась? Знаете что, вот, Валерий, мне кажется, что маменька-то, папенька больше. Папеньки всегда больше за дочек. Я вам вот что скажу. Люди, я не знаю, что будет дальше. Но я представляю, как она будет петь в 30 лет. Вы прикурить дадите такому количеству народа, я чувствую.
Я правильно понимаю, что вы со Станы, вы казашка? Да, я казашка. Да. Если вам не сложно, пожалуйста, что-нибудь, хотя бы куплет на вашем родном языке. Да, конечно. Ну, ура! Аулам каша барадай, белинасам, белинасхан болт пинин, араласапай. Аулам шалагай кеткенай, беу карагам кара гузын көр кылып, кынай бергенай. Қарай көзім есімдеме кешегау айтқан сөзің. Вот национальная музыка, она сразу открывает истинное лицо внутреннее человека. Вот я смотрела на вас просто... Ой, ну красота невозможная. Спасибо. Да, очень-очень вкусно вы это сделали. Очень интеллигентно. У вас такая вот чувствуется... Это грань деликатности, интеллигентности и, конечно, профессионализма большого, на мой взгляд, да? Вы же профессионал? Да, конечно. Но мне еще очень много нужно учиться. Спасибо, очень порадовали, очень-очень. Спасибо. Спасибо. Саш, ты посмотрел, как выступала Сангина. Каковы твои ощущения по поводу ее номера? Ну, она лучшая, она клевая. А ты? Я еще лучше. Еще лучше? Но на самом деле я очень волнуюсь, потому что у меня очень сильный соперник. Я надеюсь, что у меня все получится. Диан, понравилось? А мне очень нравится, когда человек, которому действительно так немного лет, так выдержанно и с таким достоинством может себя вести. Супер. Спасибо. Вы, конечно, потрясающе выглядите, и вы потрясающе поете. И если вы все-таки останетесь на этой стезе и не выберете медицину... Ой, это будет кайфово. А каким вы хотите стать доктором, кстати? Я стоматологом. Ага, вот видите как. Ну, я хочу совмещать это все вместе. Здорово. Ну, вообще, профессия такая конкурентоспособная с эстрадным певцом, безусловно. Валерий Яковлевич, вам понравилось исполнение? Я не думаю, что стоматология оставит вам время для пения. Вдохновение точно оставит. Во всяком случае, примеры такие еще неизвестны пока. А стоматологи, который поет на телевидении или находится в постоянном туре гастрольном, еще никто не слышал. Но может быть, у вас получится, да. Валерий Яковлевич, а представляете, сколько тем на самом деле? Может совместить это? Представляете, она будет лечить зубы и петь. Вместо анестезии, да? Ну, если серьезно, у вас там не сразу отладилось, по-моему, дело со строем. Но во второй части вы обрели уверенность уже, и пошла вот эта ваша коронка, вот это вот сочетание субтона классного такого вот песочка и верхних уверенных пронзительных нот. А что касается внешнего вида, вы одна из самых элегантных исполнительниц, выходивших на сцену. Спасибо большое. Сангиночка, пожалуйста, подождите немножко в специальном зале ожидания.